Дети с ограниченными возможностями здоровья побывали на новогоднем утреннике в Центре развития традиционной тувинской культуры. Праздник для детей и их родителей организовали сотрудники Центра и Национального оркестра Тувы. Для ребят был подготовлен спектакль про горный цветок Эдельвейс. Нам всем дарит веселье, радость и подарки! Далее ребят ждали встречи со сказочными персонажами, а также главными героями новогоднего праздника Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. Веселые игры, хороводы и волшебное путешествие в страну новогодней сказки. Также на утреннике каждый ребенок смог проявить свои способности, рассказав Деду Морозу стихотворение или спев песенку. Всем детям были вручены сладкие новогодние подарки.